Стартовала регистрация участников на ежегодную акцию «Диктант Победы». Тест на знание истории начального периода Великой Отечественной войны и деятельности прославленных полководцев Георгия Жукова и Константина Рокоссовского пройдет 29 апреля. Все желающие могут пройти также пробное тестирование. Первое уже доступно пользователям, еще два будут размещены на сайте проекта 15 и 22 апреля.